стоят голые осины, без единого листочка. И посмотрите, что я нахожу. Но только в Карелии такое возможно. Посмотрите. Раз. Подосиновичек. Два. Смотрите, как... Ух, вот этот туго сидит, тот легче. О, два красавца. Дальше. Смотрите на это чудо. Это полянище просто. И тут, смотрите, еще, что я вижу. Непередаваемой красоты гриб. Пятый. Вот это да. О, идеальный. Но только у взрослого губка такая. Можно будет обрезать ее, а остальное взять. Ну, пятерня такая, красавцев-то, а?